программа направлена на развитие аналитической культуры педагогов нашей страны, в основе которой лежит развитие аналитической компетенции. Сегодня, как никогда, аналитическая деятельность педагога является трендом в современных школах и в системе образования. Почему? Потому что именно она помогает решать педагогу профессиональные задачи, с которыми он сталкивается в своей повседневной практике, помогает найти ответы на вопросы, которые заставляют задуматься об улучшении собственной практики, помогает проанализировать текущую ситуацию в классе, увидеть и заметить прогресс каждого ученика, проанализировав результаты текущего и итогового оценивания, и, соответственно, вынести объективно верное решение о том, чтобы дальше работать на улучшение показателей усвоения материала, достижения целей обучения и, конечно же, развития навыков.